Че, вот в танка тоже будешь? Да, ты дамаж. Не, он бил с это. А, я в ДД, а ты в эту? Ну да, ты видел, ДПС не хватает. Ну так ты все равно был топ ДПС. Ну так а ты будешь топ. Иди вон холики дамаж своим что-то. Бафы раздайте. БР, КД, БРов нет. БРов ни одного, 6 минут у меня КД БР. Драйв сделаем. Что мы сдохнем постоянно? Да, кстати, в городе тоже не поможет. Так нет. Все, пуляй босса. Сейчас маленький если вылазит, аккуратный до половины хп примерно ауешим, потом просто точечно бьем их и все. Ауе вообще стопать, доты тоже там ауешные стопать, только точно бить. Так, все, давай. РДД в хвостоплета. Мы не летим это. Дерево. Ёлка. Ну, РДД долго, это пиздец. А больше дайте, стопните в духа воды, больше дайте в, ну, в их вот этих остальных. Вот они. А, Димон, ты должен, короче, в соло эту ёлку на локе, ну, локе, не знаю, на дестрике, она просто шокает. Я в ренже не нее. Ты следи за этим, это твоя задача, что ты. А, больше хвостоплета дайте, и вместе их где надо держать. Надо больше ДПС дать, больше. Можете ауешить, ауешить. Да что, ёлка, земля? Ёлка. Да. Просто ауешьте. Я БР не дам, что-то БР дать. Этих двоих нужно добивать быстро. Ну без лока это забей. Под новый гриб надо вести. А куда там грозовая, блин? Там елка еще. Ну, РДД, ну, я не могу быть. Падайте. Ну елку не убил, что лок лежит, блядь. Просто ну, я смотрю по елке нахуй, ебать. А кроме лока только он один РДД, да? Получается, что. Ну да, типа у нас лок и шала. Елка это дар ЭНР, правильно? Да. У нас по да. Факту, ну, рейд миликов, типа. А там типа гриба нету рядом с елкой, типа, скиллы нажимать нельзя и. То есть там лок должен ее сам ломать. А, у меня проблема с эхом, на мне постоянно кто-то висит. Ну, блядь, тебе моб ебал, он 29 тысяч тебе въебал. Да я видел. Не, следите за бром. Как то? А, давайте еще трай сейчас сделаем, если все хуёво, на все бычки убиваем. В смысле, Женёк, тебе офаться надо, блядь? Схуяли. Заебись. Не, ну ты, ну, серьезно, типа, блядь? Нафига тебе рейд добавил? Красава, блядь, Женёк. Ну так, не, тут не в Женьке дело, просто РТ со скольки до скольки это было оговорено, нет? Хотя бы часика, блядь, не знаю, 3-4. Ну, если, типа, ты, если ты идешь в рейд, ты, типа, мог сказать, что, типа, я, блядь, начался.
Я на полтора часа. Мы тогда просто бы, блядь, другого взяли бы на с нуля. Не, ну а мы так скольки? Мы со скольки здесь? Да мы третий час тут сидим. Только третий час прошел. Да, но только Женек прошел в 13 по календарю. Сидел, ждал. Так, ну можно же было сказать, что я до 5, допустим, ну вот, мы 4 часа здесь. Ай, блядь. Тогда... Мне может быть тут 4 часа, потому что у меня, блядь, ласка вторая находит. У нее 36 минут делать. 2 часа здесь максимум. Ну давайте, окей, давайте тогда в обычку убиваем сейчас, идем мимика в обычку убиваем. Ты сможешь за него когда-то досидеть? Все, давайте тогда, окей, убиваем его в обычке тогда, раз, блядь. Идем мы бобить, сзади моб вот этот, гость. Сейчас подожди, ману утопьем. И рыбу поедем. Два босса, Фрей и мимик еще тогда, блядь. И, ну генерал я хуй знает, если мы куда-то доберем, ты мы там уходи, нет. Может мы куда-то из гряды доберем, хуй знает. Все равно сброс КД, блядь. Генерал в хеме вообще, как не хуй делать убить, блин. Не достаю. Эфирина можешь в ДД поди. Напуливай, Шрога. Излучай его. Блядь, это не прожал. Теперь, короче, будем знать то, что на Фрею, блядь, хм нужно, блядь, минимум 3 РДДшника, минимум, блядь. Ну, ханта желательно вообще был брайдинить. Лок, хант какой-нибудь, еще, короче, ну, 3 РДДшника это минимум просто, блядь. Что это хуйня, блядь, рейд миликов, блядь, это пиздец какой-то. Вот реально, типа, большой вылазит, все, блядь, ну, бить невозможно эту елку, блядь. Ну, еще каски не было, наверное, да? Мы не бафили 8% каску? 8%. Все без каски, блядь, носятся. Го на этого. Просто бьем его автоатаками, ему эту хуйню снимем. Кору ебану. Ох, где эйфорина? Че? Че говоришь? Эйфорина где? Ну, фукаш, не знаю. Бежит, умирал. Там каст синий кулак будет его сбивать. Каст, стоп. Кастоп. С атаками снимаем его, короче. Кастоп. Кастоп.
Шангова его последнего. Они беспощадны. Не знаю, я на Локи вообще эту елку вообще соло убивал, прям вот. Вообще никто мне никогда не помогал особо. Обидненько. На пол, да? Обидненько, что завтра ульда 25, а я на сутках. Вот что обидненько. А где тебе завтра не будет? Ну, на сутках. А послезавтра будешь? Да. Сегодня разбейте. Между сутками 3 дня, пятница, суббота, воскресенье. Я в что хочешь пойду. А что, а комбат еще? Кем хочешь? Это из-за корней, наверное. Слышь, Саня, а ты-то чё, дети, в десятки не хоть не будешь исходить, чё у тебя? Да я, Макс, не хочу. Если бы вы я, 5... я знаешь как, я буду приходить, типа, ну, как на замену. Если будет фулл статик, то, ну, вы идёте. Если нету, ну, есть там место, то есть, знаешь, я так, подстраховать, типа. Я буду так приходить лучше. Вот а то у нас в последнее время тенденция, да, вообще, кто приходит. Если бы в четверг решили там десятку пойти или какой-то макс 25-ку, я бы вообще был бы рад. Не-не-не, идем в 25. Скорее всего, просто в пятницу до пронос будет. Где эйфорина? Че эйфорина, че такое? Да вы висится вон. Еще эти корни сраные. Пиздец, блядь, я думал, вы уже там, блядь, строите уже что-нибудь другое, блядь, а вы тут все сидите. Да мы хэм пытались, не получается. Ну, били бы в обычке, чувак. Да мы сейчас вот обычка. Я не знаю, что комбат. У кого комбата, нет? Или у всех комбат? У эйфорины. У меня тоже комбат. Ну, похуй они. А, у них. Да я тебе иногда, блядь, поехал. Блядь, да сука. Блядь, босс. Сейчас то же самое, только не будет лучей, не будет стоп-каста и не будет корней. Мобов так же надо будет убивать. Димон, там за елкой следи, короче, там шоу. Под гриб, под гриб, под гриб, под гриб, под гриб, под гриб. Чё он тебе ходит? Просто он на лока бежит. Вот там елка еще дерево. Савада, можешь не бить его? Ёлка. Аккуратно уешьте. Стоп, стоп, тут топа уе. Точечно убейте теперь. Вот их довели, дам, да, до какого-то прога. Ну тут вообще урона нету, бля. Ну потому что древние, они повышают же урон. Там, ну да. Чуть ли не на 100%. Это, блядь, понятно.
Ёлка. А вот интересно, у ёлки же больше ФП в деревне или нет? Да, да, да. Это вообще просто плюнула, но умерла. Там мне за сотню вроде было. У этой всего 30. А когда он еще, блядь, по полному часу это шлюк? Да сейчас еще раз мы также мобов убьем. Тут по два раза их нужно убивать. Каждый пар. Можете ауе лейте, просто ауе лейте. Просто ауе. Вместе сидите также и поуели. Ёлка, ёлка, ёлка. Этого грозового быстро. Вот видите, он каска стоит. То есть после этого каска все, что лучше нельзя нажать. Там елка. Не, на Маш я. Быстрее, быстрее убьем просто. Мирона тоже, Мирона тоже. Здесь есть экран, нажимай. Я уеду подставить. Татала валить. Йоу. Все, босс остался. Все, по меткам. РД в крест. А мы это, и ждем. Подведи Геру, да, и нормально подведи. Ёлка слева. А на выбычке разве не кидает эти корни ебаные? Вот а, укинут. Перебежали. Все, стоим тут на этом берегу. Перебежали на другую сторону. Быстрее. Долго.
Перебежали. Да может добейте, добейте. Она перебежала. Вообще ни о чем. Обычки. Гоми мимикой бить. А Торима уже убили? Нет, мы даже не ходили на него. Да потом Женькову ходить надо. А, малыш, а зачем ты, скажи, ролишь грудь? Малыш. Так малыш? Сказали же, что можно ролить. Ну а и канал О, это на мейн. Ты же сова, ну, а ты же, блядь, не кот идешь. Я сказал, ролится по мейну, то есть ты на офспек нажмешь монеточку, а не кубики. Монеточка, она равносильна с распылом, если распыл нажмут, может распылиться. Я же говорил, шмот не пылите. Летите в это, в самый последний портал. Рок, тебе грудь нужна, нет? Не, не надо. Тогда, не, давай грудь, мне грудь нужна вот эта. Сучу. То есть идешь по мейн. То есть у тебя сова мейнспек. Все. Ты на вот смотри на сову, которую тебе нужен, на сову, жмешь кубики. А, нужен тебе какой-то ноуспек, жмешь монетку. То есть. Это вот так работает. А, Ефарина, слушай, прожми волка, пожалуйста. Быстрее работает, он здесь нет. Ну, волк призрачный. Это ж помещение, тут не должно работать ничего. Ну, блядь, я душу. Че? У меня в танка. Я один по танчу. А, так. Рога, ты знаешь, что делать на боссе? Нет. Я да. А, так эйфорийный, так малыш, короче. А, 4 фазы у босса. Первая фаза, это он танк. Короче. Получается, он, когда танк, раскидывает... Вот видите, он стоит на таком, как бы, кружке, да? И вот там есть такой ободок на этом кружке. Примерно вот по этому радиусу, по кругу, он скидывает мины. Нужно, когда вы будете убегать, там, забегать, смотрите под ноги. Это, во-первых, ну, это касается миликов и РДДшников, которые будут забегать. Смотреть под ноги, это первое. Второе, на первой фазе, это касается миликов. Он, когда начинает кастовать, нужно от него отбежать. А в РДДшников он вообще будет таким огнем плюваться. Ну, в кого он плюнулся, просто с этого огня вы выбегаете, все, стоите дамажить. Все, это первая фаза. Вторая фаза, он в такого типа робота превращается, у него типа такие руки, он начинает типа... Вот тут такие три зоны, он по этим трем зонам начинает типа стрелять. Он, ну, это типа он так крутится, стреляет. Потом он начинает, короче, каст. Получается, вот в какую сторону, вот когда, ну, когда он начинает каст, повернулся, и его руки, ну, типа пушки вот эти, в какую сторону смотрят, он, получается, в ту сторону будет стрелять и будет по часовой стрелке крутиться, короче. То есть нужно вот в этот момент, когда он только начинает каст, забежать к нему за спину, вот именно за спину, то есть, ну, не в оффрейн, а вот именно так отойти за спину, чтобы, типа, ну, вот вы могли бегать, да, по часовой стрелке, то есть... И все, вы ждете, когда он, типа, докастовал, все, он начал другой каст, типа, и он так крутится, и вы бегаете, короче, по кругу, все. Это вся вторая фаза. Третья фаза, там будет такая голова, ее только РДД могут бить, и милики, когда магнит подберут. А я не помню, какой там моб магнит это выбрасывает? Большой. Большой? Ну, давай я буду магнит брать, буду спускать мва. Все, ну, типа, Димон будет на Локи бить, он голова будет на нем, будет ее танчить. Все, его хильте. То есть, ну, РДД бьют тупо голову, а я типа ее спустил, ее могут милики бить. Еще, короче, из-под босса будут, короче, мобы, много-много мобов, типа, лазят. Из них нужно убить, ну, приоритетом бомбота. Он взрывается, типа, его только РДДшники бьют. То есть, ДКшники дают по нему оковы, и РДД его заливает, все. А last фаза, короче, получается, это вот первая, вторая, третья фаза, босс собирается, вот типа вот, получается, танк, тело и голова, он в такого большого ровно собирается. И у него тут, короче, много-много скиллов, ну там суть остается одно и то же, то есть вы стоите на ренже, то есть, по-моему, два человека должно на ренже стоять. Сколько на ренже должно быть три человека, и это самое главное. А, у нас, ну, короче...
будет Лок на РНЖ, там, и Фарина на РНЖ, и пусть Эллада будет на РНЖ, Хао пусть милистый. На ласт-фазе. А, там будут, короче, такие ракеты летать. Ну, у вас под ногами будет, типа, такая, ну, метка красная, там, из нее нужно будет выбежать. Все. То есть, стрим, дамажим босса, смотрим под ноги, там, ну, точнее, под босса, там, вокруг босса будут мины, когда будете забегать. То есть, и босс также будет, типа, делать каст, нужно опять ему забежать за спину, короче, и бегать вокруг, ну, то есть, за спиной по часовой, пока он крутится. Только тут такой прикол, у него, получается, ноги это, типа, танк, тело это две пушки, типа, такой, ну, туловище, и голова, то есть, это все как-то у него так родом, типа, ну, по-ебанутому анимация работает, можно запутаться. Всегда нужно смотреть на тело. То есть, в какую сторону тело, ну, повернулось, типа, у него пушки смотрят. Ту, ну, типа, это получается, вот он в ту сторону будет стрелять, нужно за спину забежать. Именно за спину тела, а не танка. Ну, вы сейчас увидите, типа, все. Год ранил, короче. Еще бы сказал одну вещь этим людям, которые на РНЖ стоят, и Фарине, и Элладе. Вот смотрите, видите, вот мы на вот этой полоске стоим. И вот, вот этот лазерный обстрел, он чуть шире вот этой полоски будет. Вот примерно как я бегаю отсюда до сюда. Если вы видите, что вот, допустим, в эту сторону повернулись две руки, и вы стоите здесь на РНЖ, вы вообще никак не успеете к боссу прибежать, ну, если вы только не под боссом уже, и зайти за спину. Поэтому сделайте вот сюда вправо, пробежите, и босс уже будут одну треть комнаты обстреливать. Стой. То есть против часовой пробежите. То есть смотри, босс будет, получается, крутиться, вот видишь меня, да? Он от своей стороны, то есть он смотрит в эту сторону, и он будет по часовой, то есть он будет в ту сторону крутиться. А вы, получается, делаете вот сюда шаг, из его конуса выходите, получается, все, можете стоять дамажить. Но, ну, это типа первый момент. Второй момент, ну, желательно стоять поближе, чтобы, типа, ну вам меньше делать. Было. Стойте где-то вот тут, ну, далеко не бегайте, и все просто. И типа такой ситуации у вас не будет. Все, го. Че, мораль? Все, давай, пуляй босса. Мирики за минами, смотрите, там под ногами, когда бегаете. Видите, он мины раскидал. Беги, малышка, беги! Каст нужно бежать. Через секунду наказывают. Сова шаг назад. Отбегайте, блядь, я минус взорвал, а? От долика, конечно. Да прижмите же куда-нибудь. В центр отойдите, мина аккуратно. Это вас откинет. Ой, Женек, красавчик. Просто восхитительный результат. Целостность обшивки 98,9%. Почти что не царапинки. Продолжаем. Да все там видно было, Женек. Сейчас же да ты поближе подойдите. Да, поближе. Далеко не стойте, чтобы меньше бегать было. Я на себя квадрат поставлю, за кем бегать. А
Вы видите такая хуйня? Ракета куда летит? А за спину, вот ко мне в квадрате. А что, ну... ваншотит? Я же тебе объяснял в противоположную сторону, чем ты слушал? Я слышал, я хотел через портал ты прыгнуться через эти руки, но я понял, механика работает. Я говорю, она ваншот, это ваншот, в смысле, это прям все, это похороны твои. Понимаешь, я думал, оно кастуется прям на область, а оно прям следует она за мной каст. Конусом. Да по часовой не, он следует. Он по часовой, да. То есть тебе нужно было, ты не в ту сторону побежал, тебе нужно было не налево, а направо. Понял? Я понял, что вы от меня хотите. Так, сейчас, короче, дайте ему бафы. Ты сейчас будешь голову танчить, просто еби ее во все щели, она будет на тебе и все. Просто я ожидал, что когда идет вот этого каст скилла, то что он останется по этой траектории его кастовать и потом пойдет по часовой, а он двигался за мной и кастовал. Ну не кастовал, а целил. Нет, дай ему лучше 10-минутную. Дай ему обычную каску. А, еще забыл сказать про лас-фазу. А, короче, там будет 3 таргета. Голова, туловище, ноги. Ефарина, дай каску. РДД дай играет ему в голову. Крест не нужен, дай ему каску нормально. Короче, да. РДД будет играть в голову, а мы будем в туловище и в ноги играть. Бумбот, оковы и РДД в него залили. Барахабота можно по-большому, да. Два ядра копи, типа сразу не притягивай. Ну, понял. Никто не лутает. Бомбу атаковую залили, знаешь. Бомбу атаковую залили. На него контроль работает, на этого мама. Я это притягиваю, да. И сразу еще раз. А, голову добивать надо будет, чтобы трэш снова не успел вылезть. Или успею. Нет, не успел, нормально. Да, ничего страшного. Так, сейчас, короче, ласт фаза. Лок себе сразу портал поставь сюда. Сразу портал поставь. Чтоб, ну, тэпаться. А Хао в мели, все остальные кому скал на РЖ. То есть 3 РД должно быть на РЖ. То есть РД по голове играть, а мы тут еще ноги играем. Когда я скажу. Далеко! Подойдите ближе, не надо вам там так стоять далеко. Чтобы вам бегать не надо было. Так, короче, я буду в ноги играть, давай. Там мины могут быть, а что с ним следить? Да, ну туловище. В квадрат. Друид пизда. Ну вы далеко отошли. Так, я Эладу Берну. Элада Женька Берри. Играем в ту. Больше. В голову стопните, в туловище больше дайте. Чем Женька там малыш Берри есть? Не? Ну, давай малыша тогда и окей. А в туловище больше беги, дайте. Шли. Пама. Я не вижу. Нина.
Лада, дай ему или? Ну, в центр хотя бы отведи. Лада, едь, бояр? Больше там, по ногам, по ногам больше дайте. А, сейчас скоро каст будет. 3 секунды будет каст, смотрите, готовьтесь. Сейчас беги, будет каст. Малышка, вот, беги. Нет, нет. Шоково, да. Убегите, убегите. О, за спину, за спину. Да не, это Анри. Просто уже, блядь, босса спустили. Чё ты в босса в центр назад не вернул? И потому что он бомбы раскинул, ты видел? Там не... Ну, я уже видел, когда умер. Вот именно. Он же бомбы кидает вокруг себя, а не на это кольцо. Он еще про эту хуйню забыл, то что он этот шоковый удар, блядь, ебучек стоит. Доберси 7 минут, может, убьем. Он 2 ебала? Ладно, мы не... А есть? Беги, малышка, беги! То есть, надеюсь, вы сейчас поняли то, что далеко не нужно убегать. Просто я видел, как, блядь, ну, вы просто не успевали добежать в босса. Я же вам перед пулом объяснил. Вот я не знаю, ну, вы типа мимо ушей пускаете или что? Ну, я вроде по-русски говорю. Вы хуй, когда добежите до босса. Как это, ну, я не знаю, как не понять, блядь. Вот видите, блядь, дорожка вот эта, еще раз объясняю. Вот три кружка, где нарисовано. Вот примерно по такой траектории идет обстрел. Если две руки повернуты сюда, на вход, откуда мы сейчас спустились, и вы тут стоите такой, кастуете, блядь, то вам не надо бежать не налево, а направо, против часовой стрелки. Вот направо это против часовой стрелки. Видите кружок, да? Вот эти кнопки это 12 часов, и мы против часовой бежим, против. А босс кастует по часовой, всегда кастует по часовой. И вы просто из области обстрела выйдете, встанете, увидите, что уже вот здесь вот, направленность его двух рук вот по этой линии, где вы сейчас в квадратике все сидите, и вы тогда вот тут стоите и начинаете кастовать и башите этого босса, и вы его будете убивать с первого трага. Это если он когда стоит тут, и он получается повернулся на него, и он получается попал под край конуса, понял? А если он стоит тут и получается босс смотрит в ту сторону, да, вот грубо говоря, вот у него конус немножко в ту сторону смотрит, он не убежит от него. Он не убежит, ему нужно будет под босса идти. В таком случае он успеет убежать под босса. Нужно бежать одновременно говорю, и под босса, далеко, и в эту сторону. Ваш рейндж вот примерно вот, ну вот да, где вот между вот этим первым и вторым кружком, это максимум ваш, это максимальный ваш рейндж. Вы не должны дальше этого убегать. То есть вот туда нахуй не надо убегать. Потому что вот по этому ободку... А босс кидает минки, вы стоите чуть дальше, чтобы эти минки просто не сагать, ну, типа, не наступить на них, и все. И вот так по кругу так бегаете аккуратно. Босс начинает кастить, вы в него забежали, и все. Я просто видел сейчас, как, ну, типа, Эфарина не успел добежать, Дурит не успел добежать, Лок не успел добежать. То есть вы далеко просто стояли. Там Лок босс уже не на своей точке стоял, так не в конце. Причем тут точка? Нет. Какая еще точка? Не придумывайте, непонятно что. Причем тут точка? Ориентирование простое. Ориентирование? Ну а на босса нельзя посмотреть? Ну как в прошлый раз мне в Наксе наняли то, что метки не там стоят и умирали. Да нет, тут не в метках. Это то же самое. Босс же поворачивается. У него две руки такие, две клешни, видел? Вот куда они смотрят, туда полетит обстрел. Подготовка к обстрелу 3 секунды. То есть да, у вас там, по-моему, ну да, 3 секунды вроде. Успеть забежать.
То есть на РНЖ могут, ну, подальше могут маги стоять, локи стоять. Потому что они могут быстро сократить дистанцию. Ну и там роги какие-нибудь, знаешь, вот там. Бежали зачем-то. Ну, дурить может в кошке там еще. Принты, я хуй знаю. Это максимум. Если там вы гоблин, например, тоже можете гарасовать, прыгнуть. А так, типа, это без шансов вообще. Вот когда мы будем 25-ки тратить, это, блядь, хэм, это будет пизда, наверное. Чё, пуляй, босс. Короче, на вас фазе я, наверное, это буду бить, короче, туловище, тогда, а буду этого фокуса держать, чтоб нонсить. Сова назад. Под ноги собери. Шоко удар. Ну на минус типа. Ревня, ебать. Ну да, хилить надо. 150 тысяч за 6 секунд. Центра и мины аккуратно. Бля, ёб твою мать. С центра уйти, а не идти. Алло, Лок, ты чё? Малыш, дай БР, Лок. Я чё, портал. Вот хуёво видно мины, да? Вот светильками такие на полу лежат. Чё, хуёво видно, что ли? Если ты играешь от максимальной дистанции, то видно хуёво, поверь. А прибавь, приблизь. Мне приблизь. Так удобней. Так приблизь, блядь, чтоб видеть. Это же ты падаешь, мы вайпаемся. Бля, хау. Красава. Вы как бы всегда можете найти другого Лока и взять другого. Причем тут это? Ну ты, если ты убираешь, это же плохо, это ж хуёво. Хуёво, сыглы. Так я же, никто же не говорит, бля, а что ты такой сдался, бля? Ну так найдете опытного Лока, который ребенок лечает, этот контент закрывал 10 лет. О господи. А зачем, если можно тебя научить? Ты же нахуй я искать? Тебя научим, и все, блин. Главное, что ты учился просто. Беги, малыш! Заспину. Беги! Эх, малыш, малыш. В ахуе нахуй, сука. Ну, сложно, да, бежать в другую сторону? Да вообще пиздец. Да ничего не сложно. Просто вопрос, зачем начал бегать, когда можно просто за спину. Ну чё, чё научишься? У меня 30 секунд бы, я тебе дам бы. Хорошо. СС ты бросал уже? Ничего нет. Кинь там друиду. Оладьи, оладьи. Оладьи, оладьи. Чё, бей голову. Бомбу атаковый и АДД убейте.
кто взял, блядь? Женек, ты взял? А, Рога взял. Ну бери, бери, бери. Вторую тоже бери. При том, что он не знает, что делать. Ну, он написал, на все знаю. Бомбота убей. Тебя вторую берешь и это, пускаешь. Там бомбота убей. Давай, пускай. Давай, еще раз, еще раз. Бля, нам еще везок с собой ебаный, да, хороший. Так, мобов залить сразу. А, мы не убьем Везокса, да? Или подожди. У нас раз, два, три. А, хотя нет. Тора, может, мы убили? Да, мы убили. Жалько, жалько. Так, я потерял работу. Геру. Геру, Геру, да-да-да. Видите, где мины? Видите, где мины? Вот, после Харина. Смотрите. Ну, не знаю, какой рейндж взрыва. Ну, короче, просто вот рядом с ними не дали. 3 метра. Свен, за спину, за спину, за спину. Пизда, пизда. Вот, вот, все, стой, дамаж, дамаж, лох, дамаж. Ты все, сейчас все бейте правильно. Бейте низ, бейте, низ, бейте. А как я умер за спиной, вот что за хуйня? Ладно, дай БР Женьку, Женьку БР. Ранжу, ранжу, шоковый удар, ранжу, ранжу. Вниз больше дайте, вниз в туловище больше дайте. 400к. Да. Нейнер нужен, не понял. Я дал, 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 дал. Уменьшаю я сейчас башку. Тело, тело. Башку залили уже. Сейчас будет этот обстрел ебаный. За спину. За спину. За спину, за спину, за спину, за спину. И тело. В ноги, в ноги больше. В ноги, в ноги, в ноги, в ноги, в ноги. Башка рисносит. Мы будем пойти башку знать. Все, куда я пропаю. А сейчас там сейчас все реснется. Вайпер. Ай, блядь. Женек уходит. Ой, блядь. А чё, есть куда брать надо? До скольки будем сидеть? А чё Женек уходит, чё? У нас минус один. Чё, все рожься? Да, походу, да. Ну, я не знаю, кого нам добирать сейчас. Где вообще на высоте человека? Кто согласится еще КД ловить? А тут Фрост. Барк. Ловить КД в последний день. Да хоть последний, хоть не последний, все равно.
Так у нас никого нету всего где-то, блядь, в ульде, нахуй, на БГ, хуй знаю. Ладно, чё, РО, хуй знает. Хули сегодня же сброс КД, блядь. Ладно, чё, до пятницы тогда. А, ну, за, короче, я завтра там скажу, чё, когда мы идём. Ну, на собрание ещё надо будет, типа, болеть? С этой девчонкой, как её зовут, которая у нас ДЦ-шить будет.